Где найти подтверждение информации о том, спасибо, что Дмитрий Донской и Хан Тохтамыш одно и то же лицо? Ну, это можно читать. Опять-таки, нужно открыто это так вот в лоб. Не написано нигде. Но весьма даже вот тот факт, что когда по современной истории, помните, что в 1382 году, да, хан Тохтамыш сжег Москву, да? А где в это время был Дмитрий Донской? Его не было в Москве. А во-вторых, если посмотреть на карту, то в те времена город Москва, то, что сегодняшний Москва является, это еще маленький относительно городок, не был в составе Владимирского княжества. Московского княжества. Забавно? А был в составе Литовского княжества. Неплохо? На границе, конечно, близко к границе. Так вот, почему князь отсутствовал во время того, как хан Тохтамыш сжигал, так сказать, Москву, а потом тут же объявился? Допустим, потому что если сопоставить одно с другим, отсутствие его там и присутствие его в другом месте, получается, что он и есть тот, кто его ее сжигал, то есть захватил. Но это просто такие множество нюансов. А в дальнейшем, по мере того, как я буду подходить к тому моменту, как более близкий к истории, я постараюсь это более подробно расписать, то, что мне удастся найти. Конечно, большинство документов уничтожено, но надеюсь, кое-что удастся, так сказать, показать.